Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И сегодня у меня будет очередной заказ ивановского трикотажа. Ну, нравится он нам. Я так понимаю, что люди делятся на тех, кому не нравится и кому нравится. Но это так всегда. И у меня заказ будет с интернет-магазина Iftex 37. Я сделала там заказ в основном из-за детской одежды. Хотела заказать что-то своим мальчишкам. Скоро у нас лето, они у меня будут дома. Ну, если у младшего у меня есть одежда еще от старшего осталась, то у старшего нету ничего, поэтому я сделала такой, ну, небольшой заказ для них и плюс заказала постельное белье. Многие очень меня спрашивают по поводу постельного белья из Иваново, вообще нравится оно мне или нет. Я не знаю, вот я сейчас сделала заказ и вам покажу. Так что, кому интересна такая тема, продолжайте смотреть. Руки расслабленные. А что это такое? Ну вот наша посылка. Тихо, спокойно. Мыльная сказка какая-то. Да. Ну давай, открывай. Вот это да, почему она такая была тяжелая? Бабочки? Бабочки для кого? Для бабушки. Так, это постельное белье у нас для мамы. Мама себе выбрала, да? Бабочки для бабушки. Дай сюда, не трогай. Для бабушки. Бабочки для бабушки? Да. Да, бывают бабушки, бывают... Здесь. Конечно, как можно ивановский трикотаж без мамы? А это что такое? А это наша кошечка. 122 рост. Кто у нас 122 ростом? Молодой человек. А этот 100 рост. А это вам? А что это швырнуть? Постельное белье. Это мальчишка. Какой красивый. Да, это мальчишка. Два одинаковых. Да. А да. Дракон у меня нет. Легкий тогда с драконом, а тебе с машинками. Нет, с машинками. Нет, с драконом. Так, а это у нас что? А ты все. А вот ты. А, это вот это вот. Обожу. Смотри, какая красота. Да. Кирадра. Да, а это мне бабушка. Да. Смотри, какая красота. Ты посмотри, какая красота. Я видел. Кто это? Тиножавы. Это крокодил. Крокодил вообще-то. Вот, смотри, с мечом. Крокодил. Он пират. Пират, дальше. Так, а это посмотрим. Это? Наверное, мамы. Мама в такой влезет. Ну, то, что мама влезет в это понятно. Это кому это? Это чей? Это Лёвина? Кому? Вот. Вот он. Лев Антонович. Это тебе. Это тебе. Я же тебе показывала. А я с башнями, с Тауэром. А, у меня кофта. Английский. А у меня еще есть город. Город Лондон. Кофта там города. Это тоже что-то какое-то красивое. А это моя? Это моя. Я угадала. То, что мама поместится, это понятно. Смотри, морской, со сноубордом. Смотри, да, я помню, это мне мама показала такое. Вот, красота какая. А это сейчас мы еще посмотрим. Это я буду летом носить еще. Да, может, да. Куда-нибудь буду ездить, тоже одену. А куда ты собрался? Куда-нибудь. Это мальчом. Это суперзвезда. Покажешься. Кто у нас сегодня суперзвезда? Ну да. Пять звездочек. Ну все. Все, полиция напала. Итак, вот футболочки. Кстати, качество очень хорошее. Плотный хлопок.
Так что я не знаю, почему некоторым не нравится ивановский трикотаж. Нам очень сильно нравится с мамой. Да, мам? Угу. Вот, одна вот такая футболочка, это младшему, вторая вот такая. Вообще, вот это вообще прикольная футболка. И старшему у меня вот такие две футболочки. Тоже плотный хлопок. Здесь вообще рисунок это набивной, да, мама, считается? Ну да, это не наклейка. Это не наклейка, набивной рисунок. И вот здесь вот тоже получается, да, набивной? Да, тоже набивной рисунок. Вот такие две футболочки, да, замечательные. И вот два одинаковых костюма. Почему два одинаковых? Потому что у нас два брата-акробата, как я их называю. Потому что они любят, кстати, одеваться одинаково. Вот. Одному вот это старшему, тоже очень хорошего качества, мне нравится. То есть это не синтетика, это такой хлопок прям плотный. Вот. Это, конечно, наклейка получается. Но вот наше с мамой то, что было наклеено, да, мам? Да. Оно никуда же не делось. Вот у тебя, например, вот это. Нет, вот здесь вот. Вот тут. Вот, да вот тут. Вот тут. Вот. Чего? Розы. А, вот это? Маки это, или да. Розы, кто это? Они пока тоже, нет, пока нет. Но со временем, может быть, конечно же, это да. Снимете. Вот, помните, и вот, все оторвутся. Да, ну, понятное дело, что сносится когда-то. И младшему то же самое. Сейчас я вам покажу на них, как смотрится. Да. Ну, носик был, это Магда, братья Гафт, они с этим были. Ага. Вот так и это, братья Гафт. Мама. Бабушка прикалывается над детьми. Ну, чё? Вот, иду, вот. Да, подержи, ты подержи. Я брала чуть-чуть на вырост. Поэтому у нас немножко длинные штаны. Я так, попами повернулись. Два брата-акробата. Руки вдоль спины. Руки вдоль спины. Вот немножко вот так, вот так вот. Сдаюсь. Сдаюсь. Повернулись. Вот такие у нас два. Чудика. Красотули, да? Нравится вам? Да. Что вот так? Нет, по качеству нам очень с мамой понравилось, да, мам? Да, плотный хлопочек. Они, конечно, не утепленные, тоненькие, на прохладную погоду вообще самое оно будет. Да? Да, и вообще с нашей питерской погоды только такую. Да. На велике там покатался вечером, еще вообще пощеголять не могу. Так, нормально встали? Нормально. Вот так вот. Как смотрим в объектив. Да. Улыбаемся, говорим сыр. Чумашем, да? Сыр. Вот, ну тоже немножко великовато футболочка, ну ничего, нормально. Если что, я поношу. Да. Все, повернулись попами. Попами повернулись. Молодцы. Я сдаюсь. Все. Все, свободно. Не хорош вот этот, кстати, почти прикрытый. И вот следующий футболка. Так, стоим. Стоим. Так, все, выдохнули. Руки вдоль тела. Вот так вот. Смотрим объектив, на маму смотрим. Ладно, убери ручки, покажи. Так, убери картинку, надо показать, что ты звезда. Которая не имется. Звезда в шоке. Попами повернулись. Как в игре. Я сдаюсь, как в игре в GTA. Да, да, немножко великовато, конечно, но ничего страшного. А сейчас модно. Сейчас модно. В общем, вот такие у нас. Чуваки модные. И вот постельное белье, это которое мама себе взяла, да? Да. С бабочками. Бабочки. Для бабушки. Бабочки. Да. Ну. И мы взяли не бязь, а поплин. Поплин. Потому что я не особо люблю бязь. Поплин, он все-таки более такой, как поплотнее, да? Да. Качество, вот. Хорошее. Как тебе качество? Очень хорошее качество. Да? Да, он такой немножко шелковистенький такой вот. Ну, может быть, он с крахмала, не знаю. Ну, вообще шикарно. Здесь крупные бабочки, а здесь меленькие. А ты говорил, некрасивая. Красивая. Смотри, какая прелесть. Вот. А обратная сторона, это как бы лицевая. Ну, можно ту и ту. Вот так вот идет. Как получается этот простынь? Как простынь, да. Вот она идет вот такой вот. Да, простынь просто вот а такая. А простынь вот такая. Вот идет. Угу. Можно и этой стороной, конечно.
и наволочки. А наволочки с бабочками. Красота. А можете, ну там было написано, что может попасться и вот такой вот наволочка. Ну, повезло мне. Вот, так что вот такая красота. Вообще. Тебе нравится? Ой, вообще, с бабочками классно. Они даже почти одинаковые, они совсем немножко длинные. Ерунда. А ты говорил некрасивый. Красивый, очень красивый. А выглядят вот эти листочки, знаешь, как вышивка. Гладью. Вот сыздали, вот они вот так подобрали цвета. Вот правда, на самом деле. Вот смотришь, можно даже вот понять, что как будто гладью вышили. Прямо вот прямо в мою тему. Понимаешь, вот правда, Наташа. Да. Вот сыздали, смотришь, видишь, вот эти переходы листик. Это вот так вот гладью. Гладью вышили, бабочки. Ну, бабочки не похожи, а вот эти веточки, березки. Эти ягодки вообще, как будто вышивка. И вот у нас получается для мальчишек вот такое. Кстати, здесь на картинке, видите, нарисовано вот такой рисунок. Но на сайте было вот так же, как здесь сейчас у меня. Вот, когда мы выбирали. Так что... Они тогда и говорили, было написано, по-моему, то, что наволочка под простыня могут, как могут отличаться, да, да. Да. Или же могут какой-то, или же как пододеяльник, или просто как вверх. Ну, как у меня, видишь, получилось. Простыня и низ, как говорится, одного рисунка, а наволочка и верхняя часть, как бы. Другого рисунка, да. Но мне даже больше нравится, что вот так вот они как там нарисованы. Угу. И, соответственно, второй комплект, он у меня точно такой же. Да. Потому что два брата-акробата. Ну, чисто мужское. Вообще, вот скажи, твое мнение, качество. Ну, качество чисто... постельного белья. Качество хорошее. Для его цены. Хорошее. Я бы даже сказала, отличное, да, для его цены. Да, потому что все дело в том, что вот если сегодня, как я смотрела, заходила в ткани, там, конечно, если шить, купить вот дешевенькую эту самую ткань и шить, накладно будет. То есть очень накладно. Дороже, чем купить комплект. Абсолютно. Ну, посчитайте, 200 рублей метр. Нет, 190-200 рублей, это вот такая тоненькая бязь. Это сколько нужно купить, чтобы все это шить метров 4-5. Ну, посчитайте. Дороже. Еще плюс ты сидишь и брежешь это все еще. Криво? Нет, вот так. Качество хорошее. Чисто мужская расцветка. Ну да, у меня, кстати, старший сынок выбирал. Чисто мужская. Да. В меру серости, в меру белости, всего в меру. Чисто мужская, да? Ну да. Чисто мужская. Да. Он уже тут в костюме не хочет. Кстати, сказку напоминает. Какую? О сапогах. Там была старая сказка, было кино о сапогах, и там было всего таких вот... Пол там все было сделано в таких вот этих, да? ромбиках. Угу. Это, да. И вот младший у нас тут не хочет уже костюм снимать, да? Нравится тебе костюм? Да. Вот. Сказал, будет в нем ходить теперь все время. Вот, так что такая красота. Вот так. Так что нам понравилось, девочки, я не знаю. Ну, конечно, знаете, платить там 1500-2000 и ожидать, что это будет натуральный шелк, ну, как бы нет. Это обычный хлопок, плотный. Не знаю, вот он, то есть, не просвечивающий. Даже немножко такой вот, да. Вот. Видите, такой прям хрустящий, не знаю. Вот я люблю такое постельное белье. Не перекошенное. Не перекошенное нигде. Но вот это нитки, это... Ну, я так понимаю, ерунда. Производственные, как бы, ничего это страшного. Ерунда. Нигде ничего не перекошено, да, нигде ничего не знаю, не сделано. Швы тоже хорошие. Я не знаю, почему. Вон, видите, строчки ровные, ну, сделаны. Любители, ровненько. Может быть, кто-то любит там это самое на шелковых простынях. Кстати, с них слетает. Да, кстати, да, на шелковых простынях на них скользишь, да, слетаешь. Скользишь, да. Вон у нас простыни, хлопок с льном, а? Тысячи лет будешь него стирать и не поменяешь. Ну да. Это было 50% хлопка, 50% льна. Правда, были беленькие. Потом полосочку. Как беленькие были. Но все равно он их. Ой, вообще шикарно. Да.
Так что нам понравилось. Не знаю. Очень классно. Я вам все ссылки на все, что я сейчас заказала, я вам оставлю внизу в инфобоксе, так что переходите, смотрите. То, что вот такой вот у нас получился заказ, нам очень все понравилось. Мы довольны этим заказом. И я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте переходить в инфобокс, там я оставила все ссылки на все то, что приобрела сегодня. И на сегодня я буду с вами прощаться. Всех люблю, целую, до новых встреч!